И снова всем привет, друзья, с вами NoFX. И Шемора. А мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved, ребята. И сегодня мы решили переселиться. Мы решили переселиться в другую местность. Та местность нам не понравилась, горка, говно. И, соответственно, решили переселиться сюда, где есть много-много-много красивых животных, где светит солнышко, которое я, кстати, не отключил. Какая там команда была? Air Bloom Quality, да? Да, Air Bloom Quality Zero. Во, все, все сделал. Теперь солнце так в лицо нам не светит, друзья. В общем, ситуация какая. Мы сегодня построим здесь из соломы дом. Сейчас расчистим местность и продумаем, как что будет. Я думаю, мы не будем дотянуть с тобой воду с озера. Нахер оно надо? Ну да. Хотя можно было бы. Здесь, кстати, недалеко. Посмотри. Вообще недалеко. Ну, некрасиво будет. Труба, да, лучше труба это выйдет, ребята, и будет... Лучше это сделать. Ушлепично. Че? Угу. Хранилище? Да. А можно, кстати, знаешь, красиво здесь обустроить, вот поселок такой мини тоже построить. То есть сделать водохранилище, например, отдельную вышку. Помнишь, у нас такое подобное было уже, когда мы в долине жили? Угу. То есть, по сути, можно там баки сделать, тоже что-нибудь красивое прям архитектурное. Давайте заложим, ребята, первый фондейшн. Надо более ровную поляну. Вот эта поляна более-менее, да, ровная? Здесь более-менее, я думаю. Да, здесь где-нибудь. Первый фондейшн. И первые три стенки, ребята. Первые... Ой, здесь, у нас... здесь не надо. Подожди, увеличивать-то надо в какую-то сторону. Я вот. Сюке. А? Зачем потолок? Не знаю. Скрафтил фондейшн, блин, а у меня потолок встал. Ну ладно, у тебя такое бывает? Делаешь, да, одно, бывает. Встает потолок. А встает другое, да. Неожиданно так. Как-то, а почему встает, непонятно, да? Ну ладно, вот у меня также такая же ситуация, ребята, можно так описать. Делал, строил вроде, встал потолок. Непонятно, в чем дело. Ребята, пишите, если у вас тоже встает потолок не туда. Ой, неправильно, сука, выразился. Куда встает? Нет, это хреново, ребят, не пишите об этом. Мы не хотим знать о том, что у вас встает не туда. Я говорил. Не, вставать потолок должен всегда в одно и то же место. На одно и то же место. Подходящее место. На стены, естественно. Вот, если... Меж стенами. Меж... Сука. Меж стены. Если потолок встает на фондейшн, то это неправильно. Хотя, смотря что подразумевать под фондейшном, правильно? Ладно, все, забыли, ребята, забыли. Надо сундучков еще будет скрафтить. Надо, ты же сундучки умеешь делать, да? Да, умеешь. Вот как раз сундучки поставим и так далее. Это ж сено. Сено нужно. Не, ну место, кстати, довольно красивое. Симпотно. Из-за того, что здесь есть вот такие виды. Ну и по идее нас здесь сильно найти не должны. По факту. Нет. Если вдруг нас кто-то будет искать. Строители. Так, так, так. Что там у нас по фондейшену? По фондейшену соломы не хватает. Что-то какая-то нехватка соломы. И надо уже вес прокачаться. Ты, кстати, вес уже прокачиваешься? Нет, еще. Веса надо много. Потому что помнишь, как мы в прошлом выживании, как мы с весом мучились? Я пока качаюсь в это. Во что? В дамаг. Fortitude и ХП. Да, кстати, надо Fortitude прокачать. Я Fortitude вообще сейчас пока не вкачивал. Не знаю почему, как-то, знаешь, раньше постоянно только в него уходил. А потом просто в один момент понял, что это не такая уж основная характеристика. Но, в принципе, вначале должна помогать, правильно? Да. В пещерах Fortitude должен, по идее, чувствоваться, работать. Но как-то у нас было много Fortitude, и мы... я не чувствовал, чтобы мы там как-то безумно выживали в суровых условиях. Поэтому вот это вот мне непонятно, если честно. Как работает Fortitude? Может, он вообще сломан нахер? Разработчики об этом просто не пишут. Но, тем не менее, надо вкачать стойкость. Общая стойкость нужна. Чё? Стойкость! Или ты про чё? Не-не-не, я про другое смеюсь. Твой персонаж там пробегал сейчас, мне показалось, Фиомия бежит. Сука. Сука, охеренная ассоциация. Ребята, вот такой вот большой темнокожий человек может быть свиньей?
What the fuck, man? Ну да, они тоже такие есть. Подожди, подожди, Черные, подожди. Сука. Сейчас. Хочу со стороны на это посмотреть. Как можно вот это перепутать с Фиомией? Ну, в кустах побегай. Во-во-во, видишь? Даже звуки одинаковые делаете. Как не спутать. Не, ну Фиомия такая, конечно, свинюшка. Я когда первый раз Фиомию увидел, я сразу начал ее дрючить. Не знаю почему, вот это животное само напрашивается, чтобы ему оторвали пятачок. Фиг его знает почему. Потому что в ней много мяса. Фундаментов там хватит пока, нет? Здесь сюда потолок, у тебя потолок есть? Я уже его кончил. Сюда потолок. Но я его сейчас пристрою, я сейчас сделаю новый. А, так, N-грамма соломенная крыша. Да, там что, не влезает, да, у нас фондейшн? Знаешь, вот это вот плохо, когда не влезает уголок какой-нибудь, это сразу так не по фэншую становится, сука. Потому что они, видишь, Может, оставим вообще посередине только фондейшн, а везде потолки? Не-не-не, ну. А будет по фэншую? То есть в середине будет углубление, там поставим костер. А? Ну, можно. Красота ведь! Но это мы потом вырубим, ребята. А ты уже стены ставишь, да? Отлично. Ну ладно, потом когда-нибудь, ребята, мы вырубим. Так это заменить можно, во. На дерево ты имеешь в виду, да? Не, так можно и фундамент заменить на это. На крышу ты? А, я понял тебя, о чем ты. Да, можно. Но просто стенки... Подожди, а стенки, по-моему, падают при заменении, не? Нет. Ну-ка, сейчас проверим. Ради интереса. Просто будет так реально по фэншую и красиво, ребята. Будет очень красиво, между прочим. Так, сейчас. Сейчас сделаем. Допустим, я хочу заменить. Ага! Заменил! Знаешь, куда? Чё с тобой? Чё со мной? Где ты? Я отдыхаю. В смысле? Тебя... Артём? Что случилось? Ты не в онлайне, что ли? Кто не в онлайне? Я в онлайне, мне хорошо. В смысле ты в онлайне? Чё с тобой? Отпустить? Без сознания. Ты чё, уже нажрался наркотических ягод, что ли, ёпта, бля? Не трогай меня, что ты начинаешь? Хватит! Мы общались. Всё. Хватит меня дёргать. Слышишь, я заменил. О. И чё случилось? Нельзя заменить фондейшн. Почему? Он ставится сразу на крышу. Ты направляешь на фондейшн. Фондейшн сразу на крышу ставится? Да, то есть крыша ставится... То есть если ты фондейшн пытаешься заменить крышей, и есть стенки, соответственно, ты не можешь это сделать. Мамонт, иди сюда. Какой мамонт, иди сюда? Это вообще-то трайк. Сука. Ну, трайк. Мамонт, иди сюда. Большой, да? Большой и вонючий. Так, а сундуки у тебя есть? Под себя. В смысле? Ну, я могу скрафтить. Надо скрафтить, да, сундук. Потому что надо бы уже складывать. Я там дерево потерял большое количество. Ну, вон. У нас же это есть тут. Ой, я не хотел, ну что ты начинаешь? Кто там? Давай дружить. Блин, черепаха. Я случайно ее стукнул киркой. Какого левела? Ай, четверочка. Сейчас в жопу отдастся нам. Что? Нет, забирай ее сам. Иди сюда, черепаха! Иди сюда. Темная ночь наступает. Город не спит. Я думаю, мы не будем делать фондейшн и другие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помеха у нас. Помеха есть, ребята. Небольшая. Сейчас я костер поставлю. Давай. Я пока сделаю вот так, чтобы видеть жертву. Отойду назад. Кстати, здесь холодно, заметь. Да не, у меня нет купонки. Я не знаю, меня что-то дрючит немножко. Иди сюда. Иди сюда. Что-то битвы с черепахами какие-то у нас, ребята. Происходит. 21 градус здесь. Ой, трайк, давай, давай, дрючи ее! Дрючи ее, давай! Давай, накидывай рогом ей своим большим! Давай, подсвечиваю. Да, битва, ребята, трайк вис черепаха. Трайк 32 против 4 черепахи. Вот это накидон, вот это да, друзья, посмотрите на это. И трайк побеждает. Слушай, а трайк сильное животное для защиты от такого говна. Да, неплохо.
Я думаю, если бы стая Дила напала, даже если бы Раптор напал, там, 16-й, я думаю, мы бы смогли отбиться. Костер посередине. Не, ну надо дальше простраивать. Не будем заменять, нахер надо, это как-то долго, мне кажется, будет. Не, ну нам двухэтажная хрень нужна, хотя бы сейчас. Хочешь крышу убрать? Да, ну как бы двухэтажную фигню сделать. Так, а вход в дом вот здесь, наверное, сделаем, с этой стороны? Да-да-да, я вот об этом и думал, здесь вот именно сделаем. А потом уже, когда в дерево выйдем... А! Тихо. Чё? Ты решила бежать вокруг? Да, оно что-то у меня продолжило идти, когда я остановился на фундаменте. Или вот с этой стороны вход. Мне кажется, даже с этой лучше, потому что там подъем ближе. Так с обеих сторон сделаем. Здесь а вообще сделаем, можно сделать втроем нафиг. Да-да-да-да-да. А здесь, слышишь, здесь можно мост сделать вниз. Так мы и сделаем. Я чё, о, будет красота, ребята. Давай сделаем японскую архитектуру какую-нибудь. Мост. Не такое выдержать. Перил способен, он не такое выдерживал. Да не, он не выдерживал. В смысле не выдерживал? Арк приспособлен для этого. Да. По 20 минут заходить, блин, потом на сервер, да? А, ты про это? Не, ну здесь нету, конечно, маленьких, только все в модах, нету всяких крыш, знаешь, удлиненных, закругленных там. Такого вот, конечно, в арке отсутствует пока, друзья. К сожалению. Но надеемся, когда-нибудь это все поправится и будет больше идем возможностей. Идем поплаваем. Какой поплаваем? Строить надо. Сейчас придут кипич враги хочу, наши. Поплаваем. А что, ягоды кипич тебе не хочу. Помогают? Не хочу ягоды, воды хочу. Так, хорошо, раз, два. Куда ты побежал? Я буду давай. Продолжать застраивать. Воды попить. Я на ягодах. Я выживальщик. Блин. Останусь лежит в лесу. Это. Рыбы нет, прикинь. Че, рыбы нет? Нет. Это плохо, кстати. Но там живности и так внизу много, в принципе, бегает. Поэтому да. Абсолютно нормальное явление. Так, хорошо. Я сейчас ягоды здесь пособираю, дерево повырубаю. Нам нужно стенки сейчас, по идее, доделать. Там мы уже второй этаж сделаем, я думаю. Так, а кого нам нужно сейчас притомить для оседлых? Ну, у нас маленькие левела пока. Нам нужно первым... Мы хотим, ребята, вообще бобра попробовать шлепнуть. Но я не знаю, рогатками это вообще возможно. Он долго будет томиться, как мне кажется. Думаю, будет долго. Ну и седло там тоже левел-то высокий. Да. Еще черепаха ходит. Бобра долго, но бобер это классное животное, просто он нам сразу же сможет как бы дать много дерева. В этом вся прелесть бобра, в принципе. Если он даст нам много дерева, то мы, соответственно, хорошо заживем. А если не даст много дерева, то это будет плохо. О, нужен левел 55 для седла. Здесь вот. Можно окошко будет сделать посередине. Чё есть, меня дрючит? Конечно, вариант, как стырить седло с наших... А, блин. Они погибли. Мы с алутом никак не могли добежать. Никак. Так, у нас есть две двери сейчас, параллельно друг другу. Тут можно сделать солом... Не, соломенное окно смысла нет. Вот это вот вырубить. Вот это вот. Вот это вот дичь. Нам-то нужен двухэтажный, правильно, дом? Сделать еще пару стеночек. Да. Посередине мостик мы уже будем делать, когда у нас будет все из дерева, насколько я понимаю. Поэтому будет удобно. Так. Ты что там? Во! Я смотрю, кого мы можем притомить и на кого мы можем сейчас седло сделать. Здесь не хватает стекла. Как мне кажется. Ну, было бы круто. Да, но оно такое, блин, голимое, это стекло, что нифига не круто. Можем фиомию притомить. И что она будет нам делать? Давать маленьких фиомят? Нет, говно. Ну, говно-то это прекрасно, это... как бы, я все понимаю, но я имею в виду, ездить на ней я что-то не собираюсь. Ничего, нормально. Понимаешь, ездить на Фиоме это совсем не то пальто. Я понимаю, можно на другом ездить. Можно, ну смотри, рапторов получается.
15 левел седла. Ты чё, блин, большая черепаха? Ихтиозавр и этот, ну, дельфины 10 левел. Как его зовут? Я не помню, как его зовут. Дельфин, ну смотри, знаешь, обидно, точнее, не хочется тратить время на дельфина, когда можно сделать бобра, который тебе может, как бы, как дельфин. На бобра 55 левел нужен. Ах ты ж, какая ты! Ну, чтобы он был, седло мы не сделали. Подожди, а у нас седла больше не было в нашем старом разрушенном доме? Я вот не помню, кажется, не было. Вот, может быть, я не помню, если... Я, по-моему, крафтил в смайте еще седло. Патчу можем еще притомить, я вижу, вот, да. Подожди, нам бы напасть, а там все защищено. Да, ну, я мертвые зоны знаю где. Ну, я тоже знаю где, но... Я забегал тогда. Нам главное, по сути, проникнуть и сломать хотя бы одну стену. Я чувствую, рейд на свою же базу будет серия когда-нибудь, если доживем. Прикинь, зарейдить самих себя, братан. Это угар. Это, ребята... Писец. Это угар будет. Это просто писец. Не, ну это круто и интересно. Сможем ли мы? То есть наши же животные будут бить нас, понимаешь? Они будут пытаться... А ты тут не хотел дверь сделать? Тут? А зачем сейчас? Ну что, было заранее. Да не, а все равно потом в каменное, ой, в деревянное переделывать. В каменное сразу. Ну да, конечно, удачи. Кто там? Так. Слышу говно где-то в кустах. Сейчас наркотики сделаем. Это важно. Так, подожди. Камень есть? Камень. Подожди, здесь я что-то слышал. Говно умеет разговаривать? Да. Кто-то он... Вот так вот. Дождик. Он так говорил. Ах, он сучонок. Я вниз на пляж. Вниз на пляж? Да. Я вниз на пляж, ты вверх на пляж. А ты просто ляжь. На-на-на-на-на. Или это... Не, нормальный пляж. Камень, а что там? Есть. Я думал, пляж без камня, блин. Не, пляж без камня, таких в игре, по-моему, нет уже. Хотя нет, черный, по-моему. Есть такие жестокие пляжи. Блин, много дерева набирают. Ты сундук не поставил еще в доме? Нет, еще. Просто сейчас много дерева накопится, когда? Так я же говорю тебе, трайк. Трайка складывай. Ну, трайк это не сундук, понимаешь? Трайк это динозавр. А ты его нагрузить хуй. А как он будет бегать, убивать наших врагов? Медленно бегать, убивать. Вот мы не думаем о нем, мы думаем только о себе, понимаешь? А трайк-то он живой. Конечно. Трайк-то он динозавр. Это исправить можно очень быстро. То, что он живой? Ну да. Не, ну да. Изи. Изи-бризи. Так, ну ладно, да, дерево я тогда помещу в тебя, трайк. Ну а все равно нужен этот, в любом случае. А подожди-ка. Сделаем потом еще. Просто сейчас сундук будем ставить, который потом через несколько, блин, часов его сломать придется из-за того, что он нам мешает. Но его можно к костру поставить, в принципе. Можно. У нас так всегда было. Кострецкий сундучелский. Так, закрываем вот здесь дырку. Здесь. Здесь. Еще одну дырку не закроем. А вот здесь мы сейчас сделаем еще один вход. Делаем вот так вот еще один вход. И получается у нас три входа в разные стороны. Три входа, три выхода. И это очень круто. Здесь делаем так. Остается вот эта вот херня, которую тоже можно сейчас застроить. О, офигительно. Уже домик проработанный, знаешь. Мне кожа нравится. Есть? Кожа? Кожу, да. По-моему, я... Да, 6 штук. Мало. А что ты хочешь? Как эту скрафтить? Кого? Как его? Mortal and Paste. Ступку и пестик для этого. Чтобы сразу, если что, наркоту варить. Кстати, мы на ней прокачаемся, да. Зашибись. Ну, я о том же. Это будет вкусненько. Темная ночь раздражает.
Темная ночь. Кстати, факел, ты заметил, стал дольше гореть, который на земле валяется. То есть ты его положил, он может и день, и ночь еще прогореть, пока он лежит. Угу. Не обращал внимания. Раньше он быстро прогорал. То есть, по крайней мере, у меня такое чувство было. Так, нужна солома. Но стенки у нас в доме практически все готовы. А останется сейчас. Интересно, а компи мы можем это рогатками вырубить? Ну, по идее, должны. Ты хочешь, чтобы компи с тобой на плече сидела? Я хочу, чтобы они рядом бегали. Когда их много, в принципе, они жутко адские. Кто меня еще бьет? Кто тебя бьет? Не знаю. А, муха. Так. Да я кожу пытаюсь добыть. Отлично. И дождь хорошо пошел в тему, ребята. Сразу можно было, можно испить водицы. Кожа, кожа, кожа. Но я в трайка сейчас сложу кожу. Угу. Как бы ты 42 кожи в трайке. Я в него скидывал уже. Да и я, по-моему, скидывал, я помню. Ах ты, сука, что-то такое. Кривой ублюдок. Угу. Сейчас подойду. Так. Первую вещь, что надо выучить из дерева, это именно подъем. Да, согласен. Чтобы удобнее было подниматься, да. Это полезно. Но, в принципе, здесь нигде не тупит персонаж. То есть вот... А, вот с этой стороны. Хотя нет, смотри, залазит сразу. Нормально, как бы, проблем не вижу. Не, снизу прямо в дом, чтобы забегать. Не оббегать вот это все. Так, ладно. Продолжаю собирать солому, сейчас крышами застроюсь. Осталось совсем чуть-чуть, ребята, и у нас уже будет полностью готовый дом, ребята, к проживанию и всему прочему. Так, эту я скрутил. Я ее. Вот тут поставлю. Я ее вот тут поставлю. А потом. Я в нее вот так войду. Ты про дверь же? Нет. А, про ступку? Да. Окей. Да будет первый наркотик. У тебя испорченное мясо есть? Нет, да будут первый. А есть две штуки в трайка кладу. Трайк, сука, морозильник и склад. Просто. Ребята, притомил трайка, все. Ничего больше не надо. Загоняй его в дом и используй его как шкаф, сука. Так. Ох ты. Посмотри наверх. Что-то потолок дырявый, слышишь? Он идеально дырявый, понимаешь? Идеально дырявый. Да. Это потолок идеально продырявленный. Так, а теперь у нас буква Т появляется, да? Остается совсем немного, друзья. Немного, сейчас и будет дом. Уже. Потолки? Угу. Уже рассвет. Ну вот так вот ночку поработали, и в принципе весь дом готов. Там вечерело когда было, пришли, или день был, ну я не помню точно. По-моему, вечерело уже. Я его потолка сделал. А, ну все, я сейчас еще один доделаю, и все. И у нас, ребята, готов дом для жизни. Дальше уже можно будет его грейдить и так далее. В принципе, по размеру он сейчас идеальный. Расстраивать можно чисто наверх. Как я считаю. Больше не надо. Ну, красивенько расстраивать. Да. Тут еще два нужно потолка. Блин, а у меня один. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а чего не хватает? Чего не хватает нам? Соломы две штуки, ёптить. Сейчас трайка надо деревяшку скинуть. А, вот есть уже в трайке, отлично. Все, дырки больше нет, ребята. А вот дерево, можно это в трайка складировать. Что там, первые наркотики крафтятся, да? Ну, уже скрафтились, я думаю. Такая припрятанная. Видите, опытный наркобарон, ёпта.
Такая чисто-чисто за дверью. Сейчас припрятано. Хрен найдешь. Еще и кустами накрыто. Сука, если придут чекать, короче, ничего не найдут, ребята. Ну, красивенько. И места много, в принципе. Окон нет только. Такой прекрасный вид. Такой получился, знаешь, бомжатский зал такой прям. Вот что значит, живут бомжи. Шикуют. Шикуют, да. Хоромы, ёпта, посмотрите. Две кровати, ступка снаружи. А это как кровать идет, посмотри. Листьями украшены. Ну. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Мы, соответственно, заканчиваем нашу серию. И увидимся с вами на новом видео. С вами был NoFX и Шемора. И до новых встреч. Не забывайте подписаться на NoFX. Ссылка в описании, кстати говоря. Да, до новых встреч и всем пока. Всем пока, ребята.